Ադրբեջանական հակի նազի գլխավոր խմբագիր Էյնուլլա Ֆաթուլլաևը երեք ռուս խաղապաների. Армяне обращаются к российским миротворцам не допускать в зону своей ответственности представителей азербайджанских СМИ. Как передает Азия-Ас со ссылкой на Хак-Кынас, в Армении продолжается скандал вокруг визита азербайджанского журналиста, главного редактора Хак-Кынас Эйнуллы Фатулаева в Лачин и Забух. Напомним, что накануне пресс-секретарь главы в кавычках Совета безопасности Нагорного Карабаха Граер Акопян опроверг факт проникновения азербайджанского журналиста в армянские населенные пункты, назвав публикацию об этом дезинформацией. Однако сегодня в кавычках секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян обратился напрямую к командующему российским миротворческим контингентом генерал-майору Андрею Волкову с просьбой запретить въезд в Карабах представителям азербайджанских СМИ. Բերդորի բնակիչներին ադրբեջանցի լրագրողը նկարագրել է որպես վատ հակնված մարդկանց աղավնոյի համայնքապետարանը ոչ թե. Отметим, что азербайджанское издание опубликовало часть репортажа Эйнуллы Фатуллаева о поездке в Лачин и Забух, сопроводив его фотографиями как с проживающими на этих территориях простыми армянами, так и местной администрацией. Мы одну... Нет, господин полковник, одну улицу. Нет, пожалуйста, нет. Все, садимся, уезжаем. Ладно. Просто у нас здесь только мы гусь согнали, что мама не горит. Присаживайтесь, прошу. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.